Золотая осень, ребята. Всем огромный привет. Ой, ребят, слазил на это дерево. Отпилил веточку и скинул ее. Там она была. Слазил за контентом. А почему я полез на дерево, смотрите видео до конца. И что было в посылке? Самое интересное, что я получил таинственную посылочку. Кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Дорогие друзья, и конечно же у меня появилась классная штука, это примус. Примус специально для автономки, потому что я хочу всегда быть независимой от заправочных станций. Если мне захочется выпить чай или кофе, где-то я буду проезжать, где они отсутствуют, тогда я могу просто спокойненько остановиться, разогреть себе кипяток, насыпать чаечка, насыпать себе кофе и насладиться ароматом приятного кофе или чая. Ребята, смотрите дальше. Поехали!
дорогие друзья, спасибо, что вы посмотрели мое видео, поставили лайк, подписались на мой канал. Всего вам доброго и хорошего дня!